Тысячи разноцветных огоньков, струящиеся цветные ниточки, волшебные световые деревья и невероятная подсветка павильонов. Так выглядела территория ВДНХ во время фестиваля «Круг света» 2014. Некоторые инсталляции издалека казались какими-то невероятными, а при ближайшем рассмотрении были очень простыми. Вот это творческий подход. Прикольная штука, все это сделано из каких-то обыкновенных канистр, а внутри свет, и издалека это все подсвечивается и выглядит просто как-то волшебно. На самом деле все просто. А вот эта штука просто магическая. Не знаю, что раньше привлекло мое внимание в этой инсталляции, свет или звук. Может, было странным смотреть на это кладбище масок, но так было сложно уйти оттуда. Думаю, без магии здесь не обошлось. Наслаждайтесь волшебством и таинственностью. Хватило масштаба. Слишком большая территория, и все фрагменты фестиваля света были на приличных расстояниях. Я не увидела это как целостную картину, лишь как отдельные инсталляции и световые шоу на фасадах. Но зато на ВДНХ было представлено самое большое количество удивительных светозвуковых штук.